Мы сегодня выступали с очень интересной, насущной и очень для всех острой темой. Это прокачка оптовых продаж. Мы пришли к такому выводу, что действительно тема поиска байеров, расширение дистрибьюторской сети, она очень интересная, востребованная. Все хотят знать, как, где, потому что это трафик не очень дешевый. Очень непросто в наше время сейчас достать B2B-трафик, именно оптовый трафик, именно привлечение байеров. Мы уже на этом съели собаку, мы давно уже очень на рынке и знаем, как с этим работать, знаем, как их привлекать. То есть, по сути, мы ловцы байеров, поэтому, естественно, мы слышали вопросы и давали максимально развернутые ответы. Как лучше всего работать с этим трафиком, где его брать, как лучше взаимодействовать с оптовиками и как удовлетворить все запросы оптовиков, чтобы он остался и, в общем-то, приносил прибыль. Модный магазин уже очень давно, тоже в 41-й раз, поддерживает CPM. CPM – наши друзья. Мы готовы дальше сотрудничать, и да будет для всех огромное количество байеров. Мы всем желаем этого прекрасного трафика.